продовжить трансляцію поєдинку державного тренера, хто фаворит спорт, ставки на спорт, це фаворит спорт. Сьомий раунд. Вторая квартал, а мы с вами прошли. Вторая половина боя начинается. Подключается снова зритель. Синхронно скандируя и поддерживая нашего чемпиона. Пока что чемпиона по версии WBO Интерконти. Мы надеемся, что уже в следующем году Александр Усов будет балансировать звание чемпиона мира. Более тяжелое падение на этот раз. И тут больше пахнет уже технической победой. Поднимается за нокаутом. Ну и Коксов останавливает этот бой. Это победа Александра Усика. С нетерпением ждем повторы, как же это было. Но уже в предыдущем раунде мы понимали, да? Понимали, что это начало конца. Начало разгрома Педро Родригеса. Второе поражение в карьере этого кубинца. Да, он был непрост. Да, он проявил характер. Но Александр Усик все-таки показал, кто есть кто. Кто в ринге хозяин и кто заслуживает поединка за звание чемпиона мира. Сдержанные эмоции у Александра Усика, генерального директора Cat Bomb Promotions. Что ж, говорили про то, что...